У нас таке цікаве питання від сценаристів. Я думаю, що багатьох сценаристів-початківців воно особливо цікавить. Цінова політика щодо сценарію. Єгор, чи готовий ти відповісти на це питання? Да, в чому конкретно вопрос? Или поговорити на цю тему? Ну, таке питання. Ось цінова політика щодо сценарію. Чи є якісь визначені тарифи щодо сценарію? Чи це все ж таки на рівні домовленості окремо з кожним сценаристом? Як це працює? Я думаю, что все-таки рынок там плюс-минус сформировал какой-то диапазон цен за последнее время. Безусловно, все договариваются отдельно и могут быть осуществлены разные схемы. И действительно, сейчас надо, мне кажется, все-таки искать разные варианты. И то, о чем говорила Оля, да, что ну, там, теоретически, если автор готов рискнуть и часть гонорара не получить, но там разделить, потом получить какие-то роялти, это тоже один из возможных вариантов. Это схема, которая давно работает во всем мире. И в принципе может работать неплохо здесь, да, особенно сейчас, когда бюджеты ограничены. И повторюсь, самая большая проблема все-таки, да, почему там понятно, все хотят зарабатывать больше, да, но давайте вот там говорили про 6 лет на сценарии, да, но мы понимаем, что это тогда должен быть сценарий Джеймса Бонда, да, это должен быть сценарий там за 300-500 тысяч долларов, который разделив на 6 лет. Если сценарист ничем другим не занимается, он должен себе обеспечивать жизнь, да? Поэтому, к сожалению, мы сталкиваемся с тем, что имея достаточно небольшие стоимости сценария, сценаристы стараются делать больше работы и быстрее. Это особенность рынка, к сожалению, да? Тут приходится балансировать, да? Если там рынок будет развиваться, если прокатное кино будет собирать больше бокс-офис, сценарист может прийти и поднять свой гонорар, да, там работая на какой-то франшизе, да. Но мне кажется, тут все мы должны уметь договариваться, да, уметь понимать особенности рынка, особенно сейчас в кризис, искать какие-то разные варианты коллаборации, да. И опять же, может быть, повторюсь, стремиться все-таки выходить на другие рынки, потому что мне кажется, в этом может быть развитие и очень сильное, очень крепкое и финансовое, да, как и для продакшенов, так и для авторов, потому что все очень связано, мы все очень очень связаны, это все единая экосистема, да. Был бы у нас рынок как хотя бы как в Польше, да, или как в Южной Корее, да, где рынок самодостаточный. Ты можешь снимать экшн-фильм с бюджетом 10 миллионов долларов спокойно, да, понимая, что он собирает, отбивается и зарабатывает. Ты можешь снимать хоррор, триллер, зомби какой-нибудь хоррор и так далее, экспериментировать с разными коммерческими жанрами, да. Нет, к сожалению, у нас другая ситуация. Поэтому надо модели немножечко другие щупать, искать. Возможно, сейчас мы там сталкиваемся с тем, что начинают реализовываться кроссплатформенные продукты, да, то есть условно там проект может состоять из вселенной, да, тогда там автор может работать и над сценарием фильма, и включаться там в какой-нибудь сценарий игры компьютерной или книги потом по мотивам сценария. Это тоже может быть интересным таким развитием с точки зрения повышения гонорара. Вот. Но рынок регулирует сам сейчас, да, то есть, ну, не может продюсер заплатить больше, чем у него есть в бюджете, а бюджет выстроен на математике рынка. Все. Если ты понимаешь, что ты продашь продукт на Netflix, приди к сценаристу, заплати ему там в 5 раз больше гонорар. Все. Но поэтому мы все должны двигать индустрию вперед и немножечко поднимать эту планку. А який це діапазон цін за сценарій? Ти кажеш, що ринок він є більш-менш установленим. А про які суми ми говоримо? Ну, я думаю, что там не секрет, да, если говорить про полный метр, да, это, наверное, ну, минимальная планка, наверное, там 5-7 тысяч долларов, да, там в среднем, наверное, 10-15 и, ну, там, наверное, до 25-30, да, там, ну, если говорить про какие-то средние суммы, да, опять же, все очень индивидуально. Сейчас, я думаю, что очень многое поменяется, да.
какие-то вещи там будут балансироваться, да. Там, в принципе, в Америке есть тоже неплохие авторы, там очень такая интересная система, да. Пока у тебя нет тайтла категории А, ты можешь быть суперавтором, да, у тебя гонорары не будут сильно большие. Только ты выходишь в первую лигу, очень резкий скачок происходит, да. Но там, в принципе, есть авторы, которые по-моему, 26 тысяч сейчас минимальная стоимость у гильдии, если я не ошибаюсь, если ничего не поменялось. Вот есть много авторов хороших, которые вот могут за там, гонорар в районе 30 тысяч долларов, в принципе, написать неплохой сценарий в Штатах, да. Топы стоят от 500 и выше, да, там, ну, вот если говорить про крутых авторов, да, которые работают с топовыми режиссерами. Гонорары на франшизах, на проектах Марвела, да, это миллион плюс у авторов, да, но это вот там, то, что я знаю, да, по разговорам с разными американскими продюсерами. Вот. Поэтому, как это, рынок открыт, сейчас мир становится более открытым. Если автор может создать произведение, которое сможет сработать на больших количествах территорий с хорошими цифрами, тогда он сможет и больше зарабатывать.